Рост экономического потенциала страны – это нарастающий поток железнодорожных перевозок. Все больше колес на стальных магистралях. Еще недавно производство осей для колесных пар было тяжелым и малопроизводительным процессом. Впервые в мировой практике на Днепровском металлургическом заводе имени Дзержинского начал действовать автоматизированный комплекс. Все здесь, работа камер с тысячеградусными температурами, сложные запрограммированные манипуляции с раскаленной заготовкой, многие другие процессы, совершаются легким движением рабочих рук, подающих команды. Все звенья технологической цепочки – плод оригинальных инженерных решений. Окалина удаляется, например, методом гидросбива. Рольганг подает заготовку к трехволковому стану, где происходит винтовая прокатка. Рабочие волки придают заготовке окончательную форму. Еще несколько операций, ось готова. Новое производство разработано учеными института, который возглавляет академик Целиков. Только одна цифра в заключении. На каждой оси сберегается около 40 килограммов высококачественной стали.